Здравствуйте, дорогие телезрители. Я этого резать не буду. Спецэффект. Всем доброго дня. Я наконец-таки выбралась по магазинам. Что ты делаешь? Смотрите, а мне даже не предлагают. Вот, достала тебе. Давай, давай. Очень занято. О, какой-то гель. Ой! Покажу себя поближе. Какой цвет, правда? Что? Приехали тебе тоже показывать маски. Дышь, дышь. Спряталась. Один твой зад был. Не надо, сейчас раз мой зад. Мне очень нужно искать место. Вот зайдем сюда, посмотрим. В смысле место? Шли, шли. А тут бац, и ничего нет. Наверное, надо куда-то в другое место пойти. А где еще? На втором этаже? Нет, пошли. Это очень нужно сходить в это место. Ну, вообще, так еще и замуровали, что даже сразу не поняли, что... Я бежала, блин. И в бомбу врезалась. Да. Идем. Ну, люди разные. Любимый магазинчик. Ой, да. Вот я тебе уже нашла ее пенсию. Платье. Вот яркенькая. Уже новые коллекции. Цвет зеленый не мое. Вот этот мятный. Не, я имею в виду вот тот платье. Не знаю, мне что в Айкике в последнее время все больше и больше начинает не нравиться. Эти не тянутся вообще. Вайкики сегодня не радуют. Идем в другие. Давай. Белый рынок, это большая рынок.
пришли в рай для девочек. Белорусской косметики. Сейчас ждем очереди, тоже что-то себе подберем. А ты вообще брала здесь когда-то что-то на этом островке? Мне интересно. Интересно, этот, какую-то увлажняющую маску еще для лица. Интересно, интересно. Надо подождать просто. Боже, куча всего. Как тут можно во всем разобраться? Вот такой у тебя врелся мне крем понравился. Вот этой вот фирмы Мезо. Понравился? Угу. Неплохой. Какие яркенькие цвета. Тебе такое нравится? Юля не заценила мой лук для нее. Нравится, говорю. Что-то мне сегодня прям все не мое. Понравилось? Не, ну что, вот это бежево смотрится ничего. Цена, если кому интересно. 1200. Я как-то хочу померить вот футболочка с кисями. Все не мое. Не знаю, мне пока ничего не нравится. Ладочка, я их видела в интернете. На лето платочка. Не знаю, как он. Правда, на джинсы одевала. Вроде ничего, такие рукавчики тут. Ну, вроде бы ничего. Все дороги привели. Я уже забыла, даже как он называется, Сенсуяки? Мы уже здесь так давно не были. Да. Сенсуяки, по-моему. Мелроуз наш закрыт. Мои блески, которые я купила. Цвет, конечно, отвратительный. Не передает цвет. Покажи мне. Сейчас. Это матовый. А это чуть с розовинкой. И это для бровей я купила фиксатор. Смотри. Определить заказ, или вы? А, да, можно Филадельфия сокрём? Одну порцию или две? А так, это я не то взяла. А, это карта бара, мне нет. Да, я думаю, что-то не то. Сейчас я подожду. Мне принесли салатик. Людей вообще практически нету, да? Слава Богу. Пусто, видите, мы тут практически одни. Салатик, и это шашлычок. Куда смотрят? А. Шашлычок куриный и сердечки. Будьмо на стакане. Ой, давайте. За встречу. Долгожданную. Ура. Я одна хочу пить. Чего? Мы не пьете там. А, холодный просто очень, да. Приятного нам аппетита. Что там, сушки? Ну что? Нормально. Вкусно?
Да, вот эти тоже красивые такие. И даже сверху чем-то политые. У меня как шкварки. Не куриный шашлычок, а как шкварки. Смирись. Мы поели. Вообще-то селфи-палка. Неудобно ходить с селфи-палкой постоянно. Я так, честно говоря, отвыкла от держания камеры в руках. Это поднимается. Рука, представляете, заболела вот эта рука левая. Не могу ее поднять. У меня волосы выпадают. Мы решили, что это последствия всего этого долбанного коронавируса. Но реально, не могу поднять руку. Не могу поднять ногу, не ногу. В общем, вердикт. Нам было невкусно, не ходите сюда. Вообще не понравилось, невкусно. Пошли дальше по магазинам. Я хочу джинсовую курточку посмотреть и померить. Сейчас какой-нибудь померяю. Так, мы уже скупились. Так, будем померять. Практически все, что хотела, все взяла. Артуру, правда, босоножки еще хотела новые, но не нашла. Дома ходить. Фонтанчик. Прям такая прохлада возле него. О, Юля. Это же моя фотозона. Не-не, фоткайте. Мы тоже станем в очередь. Чё там уж? С сумками, да? Юля. Ну ты идешь или что? Смотрите. Да, пошлите посмотрим, где. Смотрите, сколько тут денег. Можно откупить все наши покупки, Юль. Да, идем. А купим? Идем, идем. Не, давай ты нырнешь. Мне надо контент. Не нырнешь? Если ты меня заплатишь, я нырну. А так? Какие все корыстные. А безвозмездно. Идем посмотрим кеды. Безвозмездно нет, значит? Пакетики увеличиваются с каждым магазинчиком. Мне кажется, мы наподобие вот таких вот смотрели, которые задничек был, да? Цветной. Где? В инстаграме. Только цена была другая. Нет? Да, ну вот тоже задничек, да. Да, их много разных. Идем. Юля, разверни хоть одну футболочку, а то мне неудобно. У меня уже руки заняты, смотри, вот. Всего лишь по 199, вот это, например, цветочка. Вот это? Да. Не, это что, детская? Видимо, да. Это чуть побольше.
А что пишут на ней? Размер? Excel. Серьезно? М-ка, прикинь. Ну, такое. Снова какая-то дискриминация. Да. Опять не наш магазин. Покажи. Косуха. Но она совсем без ничего. Смотрите, какой мужчинка ездит. А что он не поворачивается? Аладдин исполняет желание. А если его потереть за нужное место, он исполнит? Блогер, господи. Мы пришли уже в другое место. Место дислокации. Сижу. У меня уже ноги болят. Смотрите, сижу я и мои пакеты. Пришли попить кофе. Сейчас попьем кофе и, наверное, уже домой поедем, да? Да. Все, уже выгулялись, нагулялись. Вообще, для первого раза у меня... Купили, просто жить. Не знаю, я все купила практически, кроме Артура, босоножки не нашла. Должна мне 20-лик. Да. Пирожное, мороженое. Ой, а у меня схватило плечо. И я не могу поднять руку. У меня было прошлым летом такое, что я делала себе процедуры на плечо. Что-то с суставом. И вот теперь, не знаю, может быть, на фоне после болезни воспалилось у меня опять. Но реально не могу поднять. Вот смех смехом. 45, баба Яна. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, вышли. Не могу поднять плечо. Спасибо большое. Так, вот менюшка. Где? Просто в том, где мы были, сенсуяки, нам прям совсем не понравилось. Ну, прям действительно было невкусно. Я была разочарована. Хотя было раньше ничего. Нас интересует вот эта вот страница. Я хочу морковный торт. А вот еще и шоколадный какой-то есть. Ну, масляные крем мне не нравятся. Мне... Ну и Наполеон тоже выглядит симпатично. Да, Юль? Угу. Тирамису я и сама делаю, но можно вот морковный тортик. Вкусняшка. Вообще красивое меню сделали. Я давно не была в Мафии. Они поменяли меню. Красивое такое вот. Что, я хочу или Наполеон, или морковный с кофе. С кем разговариваешь? С тобой, Юль. Но с кем я? Может, с телефона? Ну, я-то с телефоном, но не телефон не ответит. Ой. Какой у тебя номер страницы? Найти кофе. Кофе, вот. Ну, тут нет, кстати, страницы. Вот это оно. Да, вот есть латте. Вкусняшка. Мои вкусные латте. Мы туда были. Это значит, другая труба, знаешь. Мы там отдыхали. Где с бассейном, помнишь? Это маяк был? Здрасте. А, мы без нее ездили. Ну мы ж туда в беседку. В беседку. Смотрите, каток. Свечи такой. 1000 гривен беседка, блядь. Барсетка. Стоит на всех. А я поставила галочку за маяк. Принесли нам. Даже вот маленькие типа безешки, да? Ну как? Неплохой, хочешь попробовать? Мне не хочется. Но мне по внешнему... Я сегодня как-то слишком переборчива. Мне по внешнему виду... Да нет, вроде. Не должны. Мне по внешнему виду не очень. Сейчас попробую. Ну что?
Ну, он не сухой. Не сухой, да? Нет. А, ну туда. Туда мне все подходит. Ну, такой. Где мы? В Лилу? Вкуснее был. Но он совершенно другой. Вот это другой. И крем какой-то другой. Ну, для разнообразия ничего. А Катя есть горячее мороженое. Вкусненько? Очень. Ты что, я помню, для этого горячее мороженое много лет слушаю. Ну, вот же оно, вот же оно. Со своим разрешили. И это человек, который не ест особо мороженое. Да, не ест, вот такое. А горячее ешь, да? Это уже... Да. Это вообще... Люди катаются на коньках. Нет, это была какая-то инфекция, после которой дало... Девочки добрались до украшений. Смотри, какие милые. Зачем такие вот детки? Под стиль какой-то, для детей, может. Деткам. Это на ручку такое? Или... Ну да. Или на шею? Где? А тут, наверное, на руку и на шею. Но... Да. Везде есть скидки. И здесь даже скидки. Смотрят колечко. Мне кажется, что-то похожее уже было, нет? Кажется, что у тебя похоже. Да. У меня? Да. Нет. Покажи его. Пальчики свои. Это за новости такие. Мы уже будем ехать домой. Ой, мне надо деньги закинуть. Катя пошла в сумки. Заходили, было еще светло. Выходим, уже темно. Подышу свежим воздухом. Мы сегодня, кстати, встретили этого Джина. Ездил по каравану. Когда они вылезли, да? Да. Смотрите, какой у нас красивый подсвечивается мост. А где, что красиво подсвечивается? Ну что, вы смотри, а везде огни. Вообще ничего. Смотри, какая красивая. Цивилизация дошла к нам. Просто как на обычной улице, говорят, фонари. А потом вот им иллюминация. Это такая редкость, все огни горят. Все лампочки поменены, и все горит. И видно, что Кате пора мыть окно. У Юли с Колей слышно вот эти в доме, вот эти. Да? А где они живут? Вот эти, вот эти, да, как от трамвая штуки. Да. Когда машина ночью едет, туда в 5 утра, в 6 утра слышно очень. Мост вот это слышно? Жип, видишь, слышишь? Слышишь звук? Так, ну а куда он может так прям дойти, этот звук? Ну вот, через воду, вот дома эти. Вибрация. На набережная, вибрация? Ну, ничего типа, себе. Не, ну просто это нам слышно, потому что мы едем как бы по этим. Что, прям звук?